Всем привет, дамы и господа, с вами Александр, и у нас в ассортименте в первой коляске появился новый бренд. Этот бренд вообще сам по себе не новый, но раньше первая коляска им не занималась, вот, и сейчас добавили в ассортимент. И я вам скажу так, я очень приятно удивлен. Я раньше не был знаком с этим брендом, но то, что я вижу сейчас, мне вот очень нравится. Сегодня мы с вами рассмотрим, вот, кстати, ABC, ABC, ну, я думаю, ABC Design Salsa for Air называется колясочка. Если я в названии ошибся, можете исправить меня в комментариях, с удовольствием посмотрю, может быть, я неправильно это произношу. Вот, комплектацию 2 в 1 будем с вами рассматривать. Сейчас вы видите люльку. Люлька здесь просто царская люлька с огроменным козырьком. Здесь реально очень-очень приятные ткани. Видно, что ткань хорошая, качественная и дорогая. Я сейчас вот говорю как есть. Это не какой-то там проплаченный обзор, ничего подобного. Просто мне действительно понравилась коляска. Редко вот настолько мне нравится коляска, еще учитывая цену, это цена хорошего премиального продукта, а-ля уже к 100 тысячам рублей, может быть даже чуть больше. Здесь же мы получаем немецкую колясочку за абсолютно вменяемые деньги. Напомню, ссылка внизу в описании будет, пройдите, посмотрите. Я думаю, вот если вы вживую приедете в первую коляску и ее посмотрите, вы поймете, о чем я говорю. Действительно, недооцененная колясочка, мне кажется, она стоит должна дороже. Очень круто сделать за эти деньги. В двух словах, ну, повторюсь, немецкая коляска. Гарантию производитель дает на нее 2 года, и технические характеристики самые важные вам сейчас назову. Вес у нее с люлькой 14,4 килограмма, вес с сиденьем прогулочным, его мы увидим, 15,2 килограмма. Спинка сиденья 125-175 градусов, это тоже мы увидим. У нее колесная база шириной 63 сантиметра. Есть такой, знаете, стандарт у обычных домов вот с лифтами, они 63 сантиметра. Поэтому имейте в виду, если у вас лифты уже расхлябаны, старый дом, иногда двери, ну, вываливаются чуть-чуть, иногда бывает, что нужно их раздвинуть. Поэтому при покупке именно этой колясочки, учитывая, что здесь 63 сантиметра колесная база ширина, проверьте свой лифт. Вот, размер люльки у нас, кстати, просто гигантский, 79 на 36. Это очень большая люлька. И максимальный вес ребенка, который она выдерживает, 22 килограмма. Но сейчас это такой, на самом деле, стандарт. В общем, ладно, смотрим на люльку. Вы видите, козырек у нее просто лютый, огромный козырек. Вот эта секция дополнительная, ее можно закрыть, и он на одну секцию уменьшится. В ней же вот есть такая вот своего рода провентиляционное отверстие с москитной сеточкой, которая легко закрывается. Ну, зимой можно ее закрыть, но на самом деле, даже если она открыта, туда особо не задувает. Хорошо закрывает вот эта накидочка. Вот, но зато вот сюда она, видите, насколько уходит. Вот, размер, повторюсь, действительно очень большая люлька. Для транспортировки у нас есть вот такая вот ручка с эко-кожей, с коричневой, с хорошей прострочкой. Прям вот, не знаю, ну, круто сделали, прям, и визуально она вот прям прикольно смотрится. Так, давайте заглянем внутрь. Накидочка на ножке здесь у нас вот такая вот. Можно ее на замочке чуть-чуть откинуть. И образуется у нас хороший доступ. Посмотрите, сколько места внутри. Она действительно очень большая. Здесь просто толстенный матрасик. И вы видите, внизу уже, наверху чуть-чуть толще, чтобы ребеночек у нас был слегка, совсем слегка такой приподнятый. Вот, если интересно кому-то, здесь не деревянное дно, пластиковое, но с вентиляцией. На самом деле, деревянное оно или там из чего бы то оно ни было сделано, это вообще не важно. Главное, чтобы оно было жесткое и ровное. Вот это самое важное. Кто-то гонится просто в деревянное дно, надо мне. Не надо. Вот зачем? В смысле, зачем оно нужно? Что это вам даст? Больше натуральных материалов, как вы думаете, наверное, да? В общем, люлька действительно классная. Большая. Давайте посмотрим, есть ли тут ножки. Да, ножки тут 4 штуки есть. Они не такие ярко выраженные, но хорошо, что они есть. По крайней мере, вы не будете тканью ставить на землю. В общем, люлька здесь получилась очень годная. Давайте посмотрим с вами сейчас на прогулочный блок. Прогулочный блок здесь просто царский. Действительно, он просто какой-то нереальный. Посмотрите, я сейчас специально его разложил и раскрыл здесь козырек. Козырек здесь просто огромный. Внутри ребенок там полностью, как в домике, закрыт, спрятан. Ну, вообще супер круто сделано, конечно.
Так, давайте установим. Естественно, он реверсивный, и по ходу, и против хода его можно установить. Это само собой. О, смотрите, внутри. Кстати, вот те самые 175 градусов. 175 градусов – это практически 180, практически ровная поверхность. Кто-то говорит, 170 маловато, ну вот вам, пожалуйста, здесь практически ребенок лежит. В общем, кому прям очень надо, пожалуйста. Так, сейчас поднимем его. Секундочку. Где у нас ручка? Здесь ручка спрятана под тканью, ее сразу и не увидишь. Так, кстати, насчет 125 градусов в сидячем положении. Вот смотрите, немножечко спинка завалена, это нормально. Врачи рекомендуют делать производителям так, потому что ребенок еще маленький, нагрузка на позвоночник все-таки есть. И лучше, чтобы спинка была чуть завалена и ребенок не сидел под 90 градусов. Поэтому, если кто-то ищет, чтобы под 90 было, это не сюда. Хотя этого более чем достаточно, чтобы ребенок абсолютно нормально сидел. Здесь все стандартно, пятиточные ремни с мягкими накладками и на паховой зоне, и на плечевой зоне. Бампер, видите, у нас откидывается как калиточка в сторону, чтобы можно было удобно посадить ребенка. С этим все хорошо. Единственное, мне, что хотелось бы здесь видеть, мне мое личное мнение, я никому его не навязываю, мне бы хотелось, чтобы бампер был чуточку дальше сюда выпирал, чтобы вот эта часть была подлиннее, и у ребенка было немножечко больше пространства, хотя мы уже мерили в них детей в комбинезонах, прекрасно помещается, но получается, что вот прям вот здесь вот, хочется, чтобы был чуть-чуть дальше, ну, мне лично вот так кажется, кому как. Что касается подножки, у основания подножка сделана резиновым материалом оббита, чтобы можно было легко чистить, протирать и ухаживать. Здесь у нас есть ступенька, чтобы ребенок мог постарше залазить. В общем, все хорошо. Вот смотрите, лютый козырек, он просто какой-то нереальный. Но это опять же благодаря вот этой секции, которая похожая есть и в люльке, вы ее видели. Если ее закрыть, будет чуть поаккуратнее, но тоже большой козырек, все равно он большой. Вот смотрите, давайте чуть-чуть опущу, вполне себе вариант. Естественно, блок реверсивный, давайте я вам наглядно покажу, можно и по ходу, и против хода ставить. Вот как это будет выглядеть, пока ребенок там, если вы в 6 месяцев вдруг пересели в люльку, вам так захотелось, то спокойно это можно сделать и возить ребенка вот таким образом. Так, давайте теперь с вами посмотрим на раму, что из себя представляет рама. Если вы смотрели какие-то мои другие обзоры, наверняка заметили, что я часто говорю о том, что я смотрю на коляски по-своему. Я на них всем весом давлю, попытаюсь на изгиб проверить. И эта колясочка прошла мой личный тест, она не скрипнула. Абсолютно очень хорошая сборка, подгонка зазоров, все очень плотненько. К сборке у меня вообще претензий нет. Она такая мощная колясочка, которая внушает вот такое доверие, что с ней все будет хорошо. Вот по таким первым ощущениям. Ну и как статистика показывает, с ними все хорошо, они не ломучие. Так, в комплекте у нас, кстати, идет сумочка. Вообще, сейчас я вам комплектацию в двух словах назову. Адаптеры для установки, кстати, люльки 0+, тоже есть. Сумочка, дождевик на прогулку и люльку, накидка на ножки для прогулочного блока. Кстати, там даже пеленальник для ребенка есть. Вот, накидка на ножки. Ну, в общем, в принципе, подстаканник надо будет вам только докупить и все. А так вот такая вот здоровенная сумка, с которой можно даже и на фитнес сходить, мамочки, вот, если что. Поэтому сумочка классная, вместительная. И вообще приятные материалы такие, приятно все здесь трогать. Так, что касается рамы, я уже вам сказал, все здесь хорошо. Ручка у нас регулируется вот в таком диапазоне. Мой рост 186, поэтому проецируйте там на себя. Но этого достаточно и для очень маленьких родителей, для очень высоких. Все, здесь с ручкой все хорошо, она тоже ВК кожа, тоже строчечка. В общем, все отлично.
Давайте посмотрим с вами на амортизацию. Здесь установлена дополнительная амортизация. Она очень мягенькая. Спереди тоже амортизация. Колеса надувные. В общем, плавность хода, как в S-классе на пневме. Все вообще красота. Колеса, естественно, передние блокируются для неровности. Это уж стандартная ситуация. И смотрите, какой здесь хороший багажник. Я очень люблю багажники большие, потому что очень часто нужно что-то там подкупил, туда закинул и пошел. Единственное, что здесь вот красивая вот эта вот рама металлическая, хромированная, с флагом Design in Germany, написано на нем с флагом, с расцветкой. Вот, она будет скрадывать пространство. Ну, вот так вот здесь, ну что поделаешь. Но все равно он большой, много чего-то накидаете. В общем, с этим проблем нет. Так, давайте теперь попробуем сложить эту коляску. Посмотрим, как она у нас будет в сложенном виде. Я ее с прогулочным блоком не пытался сложить. Давайте сейчас вместе попробуем, сложится ли он. Так, чуть-чуть вот так сделаем. Попробуем вот так вот. Угу. Отлично. Приятный сюрприз. Ее даже можно, видите, поставить. Так, опускаем. Ну, как по мне, для такой полноразмерной большой коляски, которую я вседорожником могу назвать, внедорожником даже, вот такой показатель очень даже классный. Если убрать отсюда еще прогулку, ну, я не вижу смысла, она сильно меньше не станет. Можно единственное бампер убрать, будет тоньше. Ну, в целом, очень компактно и прикольно. За это 5 баллов, молодцы. Такого рода коляски крупные обычно в этом отношении, ну, не очень хорошо сделаны. Бывает, нужно чаще всего снять прогулочный блок. Собственно, все, что хотел рассказать, я вам рассказал. Мне, вот, честно, очень понравился этот бренд. Повторюсь, это не проплаченный обзор. Мое личное мнение, я вам сейчас говорю. Я вот рассказываю вам, как вот вы придете в магазин, вот первый раз видите ее, и вот чупаете, и у вас какое-то мнение складывается. Вот то же самое я сейчас вам делаю. Рассказываю, что вижу. Вот, но чуть-чуть более углубленно со статистикой, с этими всесервисными обращениями. В общем, все хорошо. Первая коляска вообще очень тщательно выбирает бренды, смотрит на статистики обращений в сервисные центры, гарантийные, вот эти все моменты. В первой коляске нету брендов, которые делали мозги, скажем так. Они надежные, проверенные, гарантийные случаи, естественно, везде бывают, но их минимум с тех брендов, которые здесь в ассортименте есть. Поэтому эта колясочка не исключение. Она действительно классная. За эту цену, ну, просто вообще красота. Прям вот вообще огонь. Ссылка внизу в описании. Если обзор понравился, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. Это очень помогает развитию канала. Вам не сложно нажать на подписку, а развивается канал из-за этого очень сильно. Вот. Можете комментарий какой-нибудь оставить. Это тоже помогает продвижению видео. Вот. Ну, собственно, выбор, как всегда, за вами. Выбирайте, на нее обязательно посмотрите. И всего доброго вам. Пока.